такая необходимость давно назрела, поэтому мы силами департамента транспорта, силами патрульной полиции и коммунального предприятия СМЭП сделали неоднократные выезды, замеры и машин. Вы знаете большую проблематику по паркованию, в том числе и стихийному паркованию, поэтому шаг номер один. Мы сделали одностороннее движение, схема движения размещена на официальном сайте города. Ну и в дальнейшем, если в случае, если будет паркование, которое будет осуществляться в нарушении правил дорожного движения, уже инспектора департамента транспорта смогут накладывать административные санкции на нарушителей правил дорожного движения.